Воды по колено, и никому нет до этого дела. Подвал дома номер один по улице Кадьяна в Вырыпаевке затоплен четвертый день. Местные жители все эти дни обрывают телефон водоканала, но в ответ лишь тишина. По их словам, коммунальные службы никаких действий не принимали, перекладывая обязанности друг с друга. И 25 числа мы вызвали водоканал. Дали заявку, что нам нужно отключение. На что водоканал сказал, что это платная услуга. Управляющая компания отправила им гарантийное письмо, что они гарантируют оплату. И звоню я каждый день по 10 раз на дню. То есть я звоню. Вот утром, например, звоню позавчера, спрашиваю. Они говорят, выехала эта бригада. Звоню через час, говорят, все, отправили в другое место, аварии другие. И каждый раз у них отговорки, что у них другие аварии. Перекрыть вентиль самостоятельно не удается. Заржавели краны. В подвале у каждой квартиры есть своя кладовка, где жители хранят личные вещи, мебель, садовый инвентарь, соленья. Пробраться туда теперь возможно, лишь опираясь на стену. Там маленькие полочки, там мы ставим ведра, огородные приспособления, ненужные вещи. Там что-то вот вышло, и мы туда все тащим. Сейчас все плавает. Сегодня я пришла вот в этих сапогах. До половины я чуть не упала, там скользко, там земля вся размокла, ил, проваливаешься туда, там невозможно. Вот, все плавает. Это все, вот, все плывет, ладно. Вот. А там я и не знаю, что там. Стоячая вода может привести к негативным последствиям, таким как разрушение фундамента, появление плесени, грибка и размножение насекомых. В случае затопления необходимо вызвать аварийную службу и предотвратить течь. После устранения неполадки специальная комиссия должна осмотреть место происшествия и оценить причиненный ущерб. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.